Как говорят сами днестровчане, причиной собрания послужили счета за электричество, а именно сумма за освещение коридоров, подъездов и придомовых территорий. Жители говорят, что они платить не против, но пусть электросчетчик будет не на общий дом, а на каждый подъезд в отдельности. У нас есть общедомовой счетчик. Я так понимаю, от него идут разветвления на каждый подъезд или как? Можно в этом же общедомовом сразу же при разветвлении поставить счетчик на подъезд, для того, чтобы каждый подъезд мог за свой свет платить деньги, потому что сейчас есть и датчики движения, и энергосберегающие, и светодиодные лампы. Люди будут конкретно в этом подъезде устанавливать себе одну лампу или две, это уже будут решать жильцы этого подъезда. Представитель районных электросетей говорит, о таких инициативах граждан им известно, а сам вопрос об оплате решается на уровне правительства. На данном этапе пока, значит, действие приказа приостановлено, значит, сброшены базы данных в банки, вы идете и платите за свое жилье. Пока никто, пока нет решения вопроса, значит, никто за коммунальное освещение лифты жителей не платит. На совещании поднимался вопрос и о создании товарищ собственников жилья. Горожанам предложили выбрать председателей домовых комитетов до 1 июля. Нам бы хотелось, чтобы вместе с жильцами, но не со всеми, а вот с председателем, с вашей стороны шел контроль за теми средствами, которые поступают на счет дома. И с жильцами дома планировать, какие работы на эту сумму в этом доме будут выполняться. На собрании горожане получили ответы на все интересующие их вопросы. Александр Кожухарь, Дмитрий Дьяков, Первый Приднестровский телеканал.